Всем привет, с вами канал Art Money. О, молодец, повторил, да? У нас туман был с утра. Блин, вот почти... мы проснулись в 11. Я что-то прям так долго спала. Дима сидел тихонечко там. Вот у нас там стиральная машинка стирает. Не успела вам показать. Думала, раз время 11, значит, он весь день простоит, этот туман, но нет. Мне казалось, что там вообще все ходят просто на ощупь. Настолько был сильный туман, это, не знаю, кошмар. Причем он просыпался в 9 утра, он был уже чуть-чуть. А в 11 вообще прям просто все в тумане было. Да. И тут я пью кофе, Дима хлебушек ест. Как ты ешь хлеб? Вот, ты как ешь хлеб, да? Ты у меня продолжаешь учиться жевать. Да, потому что бабушки, Диме перемалывают еду, да, а другая бабушка мелко режет, а мама крупно дает, что Дима жевает еще. Да, тут у нас стирается, вот у нас сегодня стирается на 6 шелк. У меня стираются там леггинсы мои. Надумала их наконец-то постирать. Уже, в принципе, не хотела больше их стирать. Думала, аккуратненько буду носить. Если что, потом просто в тазике. Но нет, я решила постирать. Что-то мне кажется, там запах какой-то не очень. Ну, наверное, знаете, то, что когда ездишь в транспорте, то запах у вещи какой-то такой определенный. Вот так будет красивее, да? Вот, поэтому не запах грязи, а просто вот запах транспорта какой-то. Я не люблю этот запах, я люблю, когда пахнет чисто персилом. Слушай, я добавила его? А, нет, у меня другой. У меня другой, да. Другой. Другой, ешь давай. Ешь. Также у нас, кстати, сегодня будет супчик. Здесь, не помню, какой-то фарш свекровь оставляла. Индейки, индюшка или кто там? Кто там? Да, кто там? Не знаю, разморозится он успеет или нет. Ну что там, массируешь хлеб, что ли? Ты его массируешь, да? Массируешь? Массаж делаешь хлеба? Вот, а тут у нас лежит вон бананчик, два киви, грейпфрут. Потому что я к диете готовлюсь. Не знаю, не пойму, я сижу на диете или не сижу, еще даже больше не взвешивалась. Не знаю, что-то мне эти весы даже поставить некуда, если честно. Ребенок на них постоянно встает, их мучает, я просто боюсь, что он их сломает. Поэтому, не знаю, я привыкла, что я на диете сижу в январе. А сейчас у нас... А что у нас сейчас? Декабрь. Ноябрь? Да, декабрь. Последние месяца я все время путаюсь. Тут у нас мандаринки. Кстати, мандаринки вот такие вот не очень мне понравились. Мама покупала. На вес все-таки, когда набираешь сама, лучше. Но это вот какие-то немножко другие. Они не такие сладкие. У них больше такая кожура. Какая-то жестковатая. Мандарины. А, просто фасованные. Я думала, будет написано что-нибудь. Там 2 килограмма, по-моему, должна быть. Хотела сказать грейпфрут. Нет, гранат. Гранат у нас тут лежит. Да, Дима уже начинает все кушать. Ну, кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, гранатовые косточки можно есть или нельзя? Где-то говорят можно, где-то говорят нельзя. Не знаю, я ела раньше, жевала, пыталась их там прожевать всячески, проглатывала. Ну, не знаю, я боюсь просто, что аппендицит будет после них. Вот, в прошлом году я все ела. Всегда ела все косточки. Вот. А попав в больницу, мне сказали, что аппендицит, там что-то у меня набирается, вроде что-то там собирается в районе аппендицита, вот, ну не знаю. Короче, напишите в комментариях, как считаете вы. Попадала в больницу я с другим. Если кто меня смотрит, знает, наверное, помнит. Тут у нас с вами на обзор лежат, это из светофора. Так, тут у меня опять мешок, мне так достали эти мешки, не могу я. В каждом углу они лежат. Какой-то кошмар просто. Платок тут Димин мне вчера принес, чтобы я ему соперку собрала.
Да, у Димы немножко сопельки появились, что-то. Ну, такие то появляются, то не появляются. Да? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Грызи, грызи. Апа! Ты как кусает он. Ты дожуй. Дожуй сначала. Да. Дожуй, молодец. Вот. И тут у нас еще маслица. Размораживается. Вчера я достала из морозилки вечером. Он так и не долежал. Это у нас на пирог. Я буду на неделе делать пирог яблочный. Вот. Тут у нас такие вот микс. Микс я его назвала. Я говорю, Дим, давай сделаем микс. У нас как раз маленькая пиалочка и большая. Мама и дочка. Мама и сын. Вот здесь такие. Вот мы вечером дождемся до вечера. Они у нас разморозятся. И мы их польем медом. Именно польем медом. И съедим. Мне мама такие, ну не такие, правда, похожие делают. Правда, не микс, а просто какую-то одну ягодку вытаскивал, медом поливал и заставлял есть в детстве. А ей все время не нравилось. Они мне казались всегда кислыми. А когда выросла, я начала просто есть без меда. Мне казались они уже очень вкусные. Так. Кто тут хулиганит? Ну-ка ешь давай. Давай попей. Мы сегодня с тобой без чая. Встали поздно, пьем водичку, да? Просто водичку запиваем. Потому что мама не успела. Мама! Мама не успела. Все повторяет ребенок. Все повторяет. Диме 2,4. Да? 2,4. В январе тебе уже будет 2,5. Уже 2,5, а? Офигеть. А в следующем году уже, в 20-м году, да? В июле. В середине июля, да? Тебе будет уже 3 года. Офигеть. Уже можно будет любые игрушки покупать. А то сейчас к Новому году мама купила Диме игрушку, а не знает, будет Дима играть или нет. Ты наелся, что ли? Я чуть не пойму. Да? Любые игрушки можно будет Диме покупать. Дима уже будет умненький мальчик, да? И сейчас, скажи, я очень довольна. Да? Дима. Варю супчик я. Забросила их, не стала ждать, пока они разморозятся. Просто их забросила, потом я их потолчу. И все, забросила уже картошечку. Пока положила ребенка, отключала кастрюльку. Сейчас включила, она сейчас закипит. Так, тут у меня помидорка размораживается. В этот раз я не буду, наверное, туда класть помидорку, потому что она исчезает, от нее одни кожурки остаются. Скорее всего, я разморожу и буду класть просто в тарелочку. Вот. И если будет мало гущи, то, наверное, скорее всего, если будет мало гущи, то, скорее всего, еще яичко. Так, здесь у меня маслица. Вот хочу показать машину Uber. У нас стоит во дворе. Все знают, да, наверное, что такое Uber? Это типа как не такси даже, а машина присылаете свои... А там кто-то сидит, что ли? А, нет. Присылаете свои данные. Вот. То, что у вас есть права, то, что вы... Ну, как-то, видимо, через приложение. И находите эту машину, вам там сообщают номер. Вот и вот номер. Там, где она? Ага, у вас в фокусе 996, видимо, по номеру, который ближе к вам стоит. Вы ее находите, садитесь и едете по своим делам. Да, там кто-то сидит. Вот, и едете просто по своим делам. И все, и платите там, по-моему, за минуту, что ли, проезда или за час. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях, потому что сейчас такси даже появились, Uber. Зачем иметь свою машину, если можно? Мне кажется, даже этот момент будет подешевле. За машину платишь из-за бензина. Она, по-моему, кстати, не на бензине, она электрическая. У нее нету сзади, я не видела этих трубы. И там же за год надо за машину заплатить. То есть это все сложнее гораздо. А тут все попроще. Мне кажется, дешевле. Иметь, если вот так имеешь права и, наверное, стаж,
чтобы не врезаться никуда, аккуратно ездишь. Ну, если, конечно, каждый день ездить на работу, мне кажется, это будет дороже, наверное. Потому что она не будет тебя ждать, наверное, всю ночь. Ее кто-нибудь уже заберет. И, кстати, я довольно везде вижу Uber. Прям такое название классное. Uber. Его сразу запоминаешь, не какое-то там длинное название. Кстати, я готовлю в своих новых кастрюльках. Вот у меня одна стоит, в другой у меня каша. А другая на 5 литров, по-моему, что ли она? По-моему, на 5 литров. Да, на 5 литров. Я ее убрала, пока что она мне не нужна, но я думаю, она пригодится. Вот. И тут я уже натерла морковку. У меня морковка сегодня будет натертая, потому что Дима с трудом ест. И с фрикадельками суп ему в прошлый раз не понравился. Ему эти фрикадельки почему-то не понравились. Хотя они были очень нежные, мягкие такие. Ну, вот так вот. И у меня вторая партия, кстати, там стирается уже белье. Там всякие мои вещички. Вот.